Многих знаков зодиака в предстоящий период вовлекут в чужую жизненную проблему. Придется разруливать возникающие вопросы. Овны, мечты и романтические воспоминания унесут вас прочь от действительности, и сосредоточиться на домашних делах будет нелегко. Изменить настрой и вернуться к делам поможет посещение спортзала. Сделайте уборку в квартире. Тельцы, улучшить настроение вам помогут близкие люди, которым можно рассказать о своих планах и поделиться секретами. Не забывайте о диетах и здоровой пище. Много сладкого или острого не пойдет на пользу и обернется проблемами со здоровьем. Близнецы, если есть возможность, проведите выходные дома, наедине с собой. Займитесь тем, что вас больше всего привлекает. Любимым делом, хобби, почитайте хорошую книгу или просто выспитесь. Вам важно отдохнуть и накопить энергию перед новой рабочей неделей. Раки, уделите внимание интеллектуальным занятиям. Хорошо пройти профессиональную переподготовку, посетить курсы повышения квалификации или, по крайней мере, почитать хороший детектив. Поговорите по душам с близкими людьми. Львы, вам звезды рекомендуют провести выходные в спокойной и расслабленной обстановке. Эмоциональный фон повышен, и вам будет сложно держать себя в руках. Постарайтесь отвлечься от проблем, помедитируйте, приготовьте особенный ужин для себя, отдохните. Девы, ваше состояние будет слишком расслабленным, чтобы обсуждать и решать важные вопросы. Если уйти от этого не удастся, больше слушайте собеседника, соглашайтесь и не пытайтесь спорить. Все важные дела перенесите, проведите время в одиночестве. Весы, звезды советуют посвятить ближайшие дни планированию и подведению предварительных итогов года. Не начинайте новых, даже домашних дел. Сделайте паузу. При возникновении споров следите за эмоциями оппонента и используйте их в своих интересах. Скорпионы, решения, принятые в ближайшие дни, могут быть неправильными и привести к большим финансовым потерям. Не занимайтесь важными делами, лучше делегировать их кому-то из своих домашних. Общение с незнакомыми людьми может обернуться неприятностями. Стрельцы. Отношения в семье напряженные могут перерасти в крупный скандал, если не сдерживать свои эмоции и дать волю чувствам. Проведите время вне дома или ограничьте контакты с окружающими. Избавьтесь от устаревших вещей и мыслей. Козероги, вам будет во всем вести, и бытовые дела разрешатся сами собой. Пользуйтесь моментом и закройте все важные и сложные вопросы, которые вы отложили на потом. Начинание новых дел или ремонта будет довольно сложным. Водолеи, пришло время убрать из своей жизни все лишнее и устаревшее. Расчистите место для новых возможностей и перейдите на следующий уровень. Не стоит откровенничать с малонезнакомыми людьми. Больше занимайтесь приятными легкими делами и заботами. Рыбы, напряжение последних дней даст о себе знать, и вам захочется отвлечься от всех проблем. Здоровое правильное питание поможет восстановить силы и энергию. Проведите время с близким человеком. Это вернет вам эмоциональное равновесие. Многих знаков зодиака уже в понедельник, 19 декабря, закружит вихрь событий и вскружит голову. Прикосновение к результату долгой работы окажется волнительным. Звезды знают, что говорят.